Все. Они все разные. А одни любят кушать, одни не любят. На, возьми. У тебя же две руки. Возьми вторую. Ну, а может, она наелась. Она не пробовала еще. Вторую, может быть. Не хочет. Давай вторую руку. Давайте я по-абхазски скажу, друзьям покажете. Давай. Ачара... Ачарабзюб, Акарпыш, Ашинка, Аджиш, Аджимши, Атамаутахума. Не хотите персик? Не хотите? А вы абхаз? Не, я русский. Ну, я смотрю, русского больше похоже. Да. Ацаблык искоит, Ацициндра, Аведра цукшет. Цукшет. Ведро клубники собрал. Ар, Араса, Акакан. Ацибр, Роган. Наелись они, видимо. Не, они все разные. Одни вообще боятся. Может, другой клетки какие-то? Попробуем. Да. Они просто разные. Они одни их любят, одни вообще не любят. Вот, о, видите, вот это другая. А это наш. Это наша Алабай. Пузя, Алабай. Они не дружат между собой, да? Ну, у них агрессивность, они даже друг друга кусают. Это Алабай. Кто там еще у нас остался? Эта собака называется Алабай, но она не чисто... порода, да? Да, не чистокровная. Настоящий, говорят, он как корова вот такой. Ну, это, видите, вам не повезло. Некоторые любят кормиться, а некоторые как бы не очень. Это надо туда бросать, может, она подбежит. Ну, попробуем сейчас. Не, они некоторые боятся вообще. Они злые, но они сами тоже боятся. Сейчас еще парочку попробуем их кормить. Не знаю, не поймешь эту жизнь. Вроде посмотришь, люди живут. Ну как живут? Вот это? Какой-то секрет у них, что ли? Или все, не знаю, полстраны воруют, что ли? Они полстраны, 90%. 92%. 8 на митингах. О, вот вам вот это повезло вам. Вот с этим повезло. Напихало столько. А вы в Сухуми вообще или в Гагре? Я в этом, как село называется, вылетел из Наме село. Меркиуль. Меркиуль, да. Ой, жалко. Тут красивый ресторан рядом есть, да. Там золотые рыбки. Это вам нужно уже бросать. Может, выйдут. Там есть золотые рыбки. Ну, лампочки цветные под водой. Бассейн. Фигурки, там музыка. Ну, национальная. Ну, сходим обязательно как-нибудь. В Нью-Йорку-то я буду тут точно. Не, если рядом жили в Сухуми как-то. Я в любом случае, я сюда приеду еще. Я в Ботанический только сходил. Потом вот меня родственница встретила. Мы по набережной погуляли. Вот эти Ой. Голодные тоже. Ой, уже 3 минуты. Может, у вас флешка маленькая. Да нормально сейчас, если парочку покормим. Там еще есть клетки или это все уже? Нет, дальше нет. А, ну вот эта вся территория, угу. Да? Там еще два, так сказать. Это у вас Samsung, наверное? iPhone. А, iPhone. Ну, iPhone тоже так неплохие. Да, качество хорошее там. Надо брать только Samsung, он корейский, а все остальное китайское барахло. Это точно. Да все сейчас в Китае, по-моему, как в том анекдоте, бог сон, но мир, остальное. Нет, это, понимаете, это делают в Китае, но из корейских деталей. Поэтому ну, Samsung... iPhone то же самое, из американских деталей. Да, он более качественный, а все остальные фирмы, вот, они просто плохие. А вот он, о, спокойно взял он. Да. Обезьяна сообразительнее людей. Да. Ой, нет. Близко старайтесь не подойти, они любят схватить. Да, все, только Samsung и iPhone более-менее качественные. А все остальное просто плохое.
А многие не понимают, тратят деньги на это и потом говорят, сломалось. Ну я в кредит вообще брал, вообще 90 тысяч обошлось. Но работает, слава богу, работает все. Ужас. Это у вас 13-й, наверное, один есть. Да, старый. Один спрос. Я его брал 2 года уже будет в октябре. Да, они дорогие, 11-й, 13-й. Но они... Тогда он 90 со страховкой стоил, да, сейчас да. Он уже меньше намного. Но они, ну а зато они навороченные, последние модели. Да вы не наклоняйтесь, схватит. Да нет, не схватит. Они навороченные, поэтому чуть дорогие. Они к людям хорошо относятся. О, а у меня не получается так пропихнуть. Ну, так оставьте. А, вот, ладно. Да, все, наверное, 3-5 минут. Спасибо вам огромное. Да ничего, они навороченные, поэтому...